Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Оперативно-тактическая армейская авиация в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе 2 пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 3 склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено 13 пунктов управления, 4 позиции зенитных ракетных комплексов ОСА-АКМ и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники. Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 4 в районе населенного пункта Балаклея в Харьковской области, 3 в районе Рубежного Луганской Народной Республики, 1 в районе острова Змеиный, а также 1 Барактар ТБ-2 в районе населенного пункта Архангельская Николаевской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.